уважаемые дамы и господа, у нас очень торжественный сегодня день. Чуть менее года назад мы вместе с нашим митрополитом заложили первый камень. И действительно, воссоздание колокольни – это символ воссоздания Тульской области. Очень хотелось бы, чтобы нашими совместными усилиями Тульская область вернула себе ту славу, ту величие, которое в области было последние 300 лет, чтобы область становилась сильнее, краше, чтобы здесь было комфортнее и уютнее жить. И колокольня, которая создается на деньги жертвователей, на деньги туликов, это символ. Вот сегодня мы приступаем к процедуре освящения колоколов, и очень надеюсь, что уже обновленный Кремль, благоустроенный, с построенной колокольней, с функционирующими храмами, мы с вами сможем увидеть уже в следующем году на день города-героя Тулы и Тульской области. Мы сегодня впервые отмечаем этот праздник вместе. Мне кажется, это правильное решение, потому что мы все едины, и город-герой Тула является символом Тульской области. Город, который старше, чем столица нашей родины Москва на год. Город, который никогда не был оккупирован захватчиком. И сегодня, в этот день, я хочу всем нам пожелать здоровья, удачи и успехов. Почему нам? Потому что ни люди, ни власть без совместной работы добиться ничего не могут. Мы вместе с вами должны добиваться тех результатов, которые мы ставим. Уверен, что у нас все получится, и вот то единение, которое я сам ощущаю, не будучи туликом по рождению, я становлюсь с каждым днем все больше и больше туликом, и хочу сказать, что я вот это единение ощущаю с каждым днем все больше и больше. Очень хорошо, что люди начинают верить в те благие начинания, которые у нас есть, и которые, поверьте мне, мы делаем от чистого сердца. И еще раз хотел вас поздравить с этим днем, пожелать вам всем здоровья и всего-всего самого наилучшего. Вперед за Тулу! Митрополит Тульский и Ефремовский Алексей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Давай. Много вам лета.